Ребят, всем привет-привет, с вами Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Сегодня я записываю довольно в необычном месте, сегодня я записываю прямо с Андрюшки моего, с андроида, с моей мобилки, где, собственно, и есть Shadow Fight 2, там вышло обновление. Новогоднее обновление, новогодняя сказка, подарок в честь новогоднего обновления, вперед в рейды, к победе, ребят, не забываем ставить лайки, подписываемся на канал. Друзьям рассказываем, колокольчик нажимаем, ребята, давайте, поддержите, пожалуйста, меня. Итак, подарок в честь обновления, ну-ка, давайте заберем. Слушайте, выглядит круто, ребят, выглядит круто, мне нравится, как выглядит, ну, чисто графически, дизайнерский. Также появилась какая-то карамелька, вот видите, да, карамелька появилась, и это похоже на какой-нибудь Кремль, я не знаю, ребят, как бы. Тут все достаточно неоднозначно, давайте как раз сразу откроем пряничный сундук. Это обновление вышло только вот сегодня, прям горяченькое максимально. Пряничный сундук. Давайте купим. Предмет успешно куплен. Вот что нам дают за этот предмет. Вы получили подарок также еще. Слушайте, ребят, просто одни подарки, просто Новый год, ребят. Давайте максимум лайков прям наберем. Хотя бы 100 лайков, ребят, 100 лайков просто накидывайте. Накидывайте лайки, друзьям рассказывайте, делитесь и... Окей, еще отлично, еще и ремонт, окей, нормально, я тут вообще-то ролик записываю, ребят, вы что, ну, камон. Так, я еще один предмет купил. Слушайте, я прям закупился. Карамельный бум, да, 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 хочу. Пусть у нас будет карамельный бум-бум-бум, шакаляка, бум-бум-бум, шакаляка. Короче, вот такую штукенцию мы закупаем. Нифига себе, а выглядит-то круто, ребята. Мне прям нравится. Далее, хочу вот такую штукенцию себе купить. Ну, хочется, знаете, какое-то новогоднее настроение создать и так далее. Ну, какие-то, знаете, рога вот этого чувака, вот там как-то... Короче, новогоднего босса. Здесь есть также новогодний босс. И продолжится его история. Так, давайте еще улучшим. Тоже давайте единичку потратим на это. Мы не будем жестко расходовать, прям по-жесткому не будем. Зачем нам это нужно, нам это не нужно. Купить. Ребят, я не знаю, как там с вебкой будет, нормально, ненормально. В общем, пишите в комментариях, ребят, может быть, так нужно снимать ролики годные. Так, пряничный сундук. Мы еще купили один. Так, давайте еще один. Короче, закупаемся прям по максимуму, ребят. Новый год, камон, время подарков, время в том числе и себе подарки делать. Камон, в смысле, это... Карамельная ярость, ребят, еще один новый... Новый предмет, ребят, Shadow Fight 2. Наконец-то хоть что-то новое, ребят, я рад, на самом деле. Я рад, как какой-нибудь младенец. Какого хрена гребаное уведомление мне приходит во время записи? Ребят, не надо уведомлять мне во время записи. Окей, ладно, давайте. Ребята, сочный пончик, серьезно? Сочный пончик, ребята! Это же... Наверное. Слушайте, пончиков я не ел, наверное, с 2014 года. Реально, с 2014 года не ел пончиков. Тогда я как-то зашел в какую-то... типа кофейни, когда учился на первом курсе универа. Это было давно. Это было очень давно, и причем как-то мне не понравилось нам, потому что было дорого, а я был совсем студентом, бедным и так далее. Хотя сейчас я еще, наверное, беднее, чем тогда был. Так что такие дела. Окей, закупаем. Все. Супер. Подожди, а что-то еще есть, что ли? Зачаровать можно, ребята, можно зачаровать. Ведь простой рецепт нам интересен. Хочу мифический. Можно мифический, да? Да, можно, почему нет? Почему нет-то? Все можно, ребята. Давайте зачаруем сразу же. Окей. А можем что-то другое? Типа, например. Да, отлично. Окей, у нас, ребят, есть зачарование. И мы снова отправляемся в магаз. Камон, мы же транжиры. Нам нужно тратить. Закупаться прям по максимуму, чтобы было красиво. Все, ребят, ради вас. Ставьте, короче, ребят, лайки, серьезно. Так, это типа новогодняя игрушка на елку. Правда, хрен ее возьмешь за вот эти вот ручки, потому что... Ай, больно будет, я чувствую, очень будет больно. Так, ладно, это получается, что у нас? Это получается сахарная вспышка. Ну ладно. Ребята, это вам я позитива накидываю через веб. Позитива, максимум. Классное настроение новогоднего, ребята. Так, окей, улучшаем. Я заколебался говорить слово «улучшаем», но по-прежнему улучшаем. Да, мы улучшили, отлично. Также можем, естественно, зачаровать. Давайте мифический рецепт тоже зачаруем сразу, чтобы было... И было красиво. Хочу, чтобы было красиво. Да, отлично. Так, ну и давайте еще закупим. Там еще что нужно? Слушайте, мы, похоже, все купили, ребята. Кайф. Мы все, ребят, закупили. Короче, прям по полной.
закупились. Давайте, короче, здесь тоже закупим мифический рецепт. Давайте сразу мифический рецепт закупим. Это... А, серьезно, Дед Мороз. Борода из ваты, Дед Мороз. Короче, почему я никак не могу вот то, что нужно мне? Короче, Дедом Морозом я еще могу быть, ребят, камон. Лайков накидываем как можно больше. Так, открываем. Хочу вот эту вот, вот эту штуку получить. Примет успешно куплен. Окей, камон. Это что, из Шрека, чуваки, что ли? Ладно. Так, еще раз хочу. Давайте, ребят, я прям... Все, не хватает агрессивных рубинов для снижения покупки. Ребят, все, бабки закончились, камон, ребята. Кто хочет мне помочь, можете задонатить по ссылке в описании, чтобы мы смогли задонатить в игру и все-таки как-то добиться. Ну вот. Здесь у нас, к сожалению, нету вот этого вот нужной нам обмунирования, так сказать, новогоднего. Не хватило верифицированных кристаллов, не хватило денег. Ну да ладно. В любом случае, давайте отправимся в рейды. Пряничный сундук. С первой покупки пряничного сундука вы получите подарок. Я получил подарок, все было, в принципе, не очень понятно. Ха-ха, фриз. Земля укутана пушистым снегом. Запах горячего мака с корицей витает вокруг. Настает пора чудес и подарков. Ребят, вы когда-нибудь пили горячее молоко с корицей? Я, честно говоря, никогда не пил. Если, ребят, кто-то пил, то напишите в комментариях, как это на вкус. А если не пили, то хотели бы вы это попробовать? Я, честно говоря, не знаю даже. Наверное, да, хотел бы попробовать. Фриз, ты снова... Так, что, давайте нормально прочитаем. Нормально прочитаю. Фриз, снова ты? Помнишь, наша прошлая встреча ничем хорошим для тебя не кончилась? Ха! Это правда. Я был зол на весь мир и доставил вам немало хлопот. Но я изменился. Отныне праздничное настроение в надежных руках. Думаешь, мы поверим тебе на слово? Хм. Ну, я дослужился до заместителя самого Санты и стал его верным помощником. Он обучил меня мастерить волшебные подарки. В этом году их много. Звучит неплохо. Что ж, хорошо. Хотя бы этот Новый год пройдет спокойно. Боюсь вас разочаровать, но кажется, все не так гладко. Мой босс уехал по деловым вопросам и просто исчез. Несколько недель от него ни весточки. Я отправил своих лучших скаутов на его поиски, но пропали и они. Уверен, что тень Великий Войн сможет помочь мне спасти праздник. Да, что могло случиться? Неужели люди перестали верить в чудеса и Санта просто ушел? Я переживаю, что за этим стоит что-то куда страшнее. Ха! Страшнее, чем побеждать бессмертных голыми руками? Нужно отправиться по следам Санты. Путь этот труден и долог. Я хочу быть уверен, что сделал правильный выбор. Тени предстоит турнир со мной. Докажи свою силу. В честном поединке победишь, получишь лучшее магическое снаряжение прямиком из моей мастерской. Окей, ребятки, вот у нас и фриз. Меховая ушанка за 105 рублей, реальных рублей. Самая теплая, уютная и стильная шапка для суровой зимы. Последняя на возможность получить особую новогоднюю меховую ушанку. И приятный бонус за покупку. Торопись, успеть до конца. Ну, вы всегда можете вернуть. Но я понял, что я могу вернуться. Давайте, короче, с фризом. Фризби. О, я давайте уберу, короче. Вот сделаю даже как-то, не знаю. Вот, короче, так. Вот, ребята, этот фриз. Вот этот чувак. В общем, вот он, красавчик. Я снова возвращаю, наверное... я не знаю, куда вебку мне оставить. Короче, куда-нибудь сюда закину и ладно. И нормально, надеюсь, будет. Так, фриз, погнали. Мы же можем прямо сейчас с ним сразиться? Я надеюсь, что мы можем, потому что не хочется долго все-таки ждать. Найден на два игрока. Один игрок найден. Это мало, это слишком мало. Отлично. Ну, давайте. Погнали сражаться с ним. Короче, я, возможно, буду пальцем немножко закрывать вебку, потому что она как бы вот она. И сорян сразу, ребят, сорян. Сорянушечки. Раскаленная земля, 3-4-2-2-2. Я играю в Shadow Fight, у меня все ништяк. Я Новый год буду отмечать. Мощно, сочно, громко, весело. Трезвым, естественно, ребята. Я за ЗОЖ, хоть и не супер ЗОЖник. Ладно, меня завалили, короче, в первом раунде. И это было не круто, это было больно. И в бой. Я выпиваю, в бой ступаю. Оу-оу. Нет, мне не получается сейчас зарифмать. Ребята, попробуйте зарифмать в комментариях. Файт. Это было хорошо.
Чао, бомбино, бэйби. А у меня ног нету, ребят, у меня нет ног. Так, давайте, давайте. Вебка куда вообще улетела? Я смотрю, что вебка вообще улетела просто в непонятные истории. Где мой чувачели? Где мой чувачели? Ё-моё, прыгай, 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 прыгай. Нет, ну не прыгнул, все, ребята. Ну, по крайней мере, здесь побольше. 202 урона и... Это нормально. Я один, ребята, прикиньте. Я один, короче, остался. Короче, все, походу, свалили. Значит, что нужно делать? Доставать самые большие шары для победы здесь. Так, ребят, осталось совсем немного времени. Выпиваем. Так, вебку не закрываю. Пытаюсь это делать, по крайней мере, не закрывать вебку. В общем, это супер сложная для меня миссия. И погнали. Без блоков. Ну, давай без блоков, что ж. О, попал, нормально. Ну, тут, в принципе, всегда попадаешь. Я что-то как-то уже подзабыл, что я всегда попадаю. Я же супер точный пацанчик, реальный хасва и так далее. Ну, забавно, на самом деле, что я единственный остался. Как бы это реально забавно. Типа, йоу, как это возможно? И вообще, возможно ли выиграть одному? Ребята, это, кстати, тоже такой челлендж. Это забавный челлендж, на самом деле, типа, победи в одиночку против рейдового босса. То есть, и не против вулкана, а против кого-то более крутого, только, допустим, как фриз. Это забавная история, если честно. То есть, ну, прям реально. Ребята, я хотел потестить магию, но не повезло. Не фартануло. 3287 мы собрали. Это, конечно, хорошо, но... Осталось 4 минуты, короче, давайте попробуем все-таки нажать вот эту штуку, ребят, я не знаю, у нас хватит. Да, у нас хватает, ребят, мы снова побежали, короче, в бой. Вот, и, короче, мы все кристаллы, походу, сейчас я верифицированно использую для этого новогоднего обновления. И как-то это даже жестко, не знаю, ну, типа, ну, может быть, какие-то еще обновления будут, у меня уже потом не будет верифицированных кристаллов, чтобы их там что-то купить. И это не очень как-то весело с этой стороны. Но, тем не менее, ребята, вы можете помочь, задонатить и так далее. Ребята, ссылка есть в описании. Гоу! Не бойтесь, хотя бы ролик другой. Короче, вы откажетесь в новом ролике и будете там кайфовать. Просто такой кайфурики, типа, ой, я такой-то вот там, я попал куда-то, и я красавчик. Ну, вот, такие дела. Короче, ну что у нас по фризу? Фриз хорош. Фриз хорош. Оу! Меня все-таки завалили, да. Но я не знаю, сколько у фриза на самом деле осталось хп. Но я вроде чуть больше 3000 снес. И это неплохо, друзья мои, было. Так, ну осталось меньше косика. Так что я, пожалуй, дождусь окончания. Вот и все. Так, ребят, ну надеюсь, вы уже поставили лайк. Потому что мы сейчас идем в одного, в одиночку валить. Довалить уже этого босса. То есть это как бы круто. Надеюсь. Так, и давай сразу, короче, чтобы сразу его кончить. Перфекто, ребятки, перфекто, перфекто. Ну что ж, очень даже неплохо. 1011. Ребят, короче, 7777, ребят, это же просто unreal. Просто unreal. Ребят, такого я еще не делал, серьезно. Сколько я не играл в Shadow of Fight 2 и в рейдах, и на стримах, в рейды, в общем, разное было. Но чтобы я одного, ну то есть в одного завалил какого-то рейдового босса, такого, по-моему, еще не было. Так что, ребята, это эксклюзив, это прям новенькое, ребята, это прям свежачок. Прям свежачок, ребята, ловите лайки и все дела. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте, в общем, это важно, друзья. Ну и на мою страничку ВКонтакте тоже, это будет просто приятно. Ну и тоже не мешает. Вот, хочу Ивангая обогнать. Ну что ж, ребятки, победа, ребят, победа над фризом, 12797 очков. Оу. Ну, на самом деле, я думал, что будет какой-то более эпичный приз. Возможно, он не такой уж и плохой, но... Так, держатьте. Это была славная битва, но будущее тумана. Надо тренироваться больше, сразимся еще. Если уж дух Рождества настроен серьезно, значит, жди беды. Тень, мы должны продолжить тренировки. О, вот мое предсказание. Не сиди в ожидании знака. И не бойся, признаваясь, все уже... Короче, опять нас что-то заставляют купить, походу. Так, куда побежали? Нет, стой. Давайте без всяких там этих. Итак, друзья, ну что ж, фриза мы уничтожили, завалили, красавчики. Собственно, я так понимаю, это в большинстве своем все обновление, что есть. Ребят, также вступайте в наш клан, тут есть еще места. Ну, я, наверное, освобожу, так что места, скорее всего, появятся. Наш клан называется Шубин. Буду рад вас там видеть, если вы, конечно же, активный игрок. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. С вами был Максим Шубин, канал это реально интересно. В общем, подписывайтесь на канал. Я знаю, что многие не подписаны на канал, но все равно его смотрят. Поэтому, ребят, подпишитесь, колокольчик нажмите. В общем, всем удачи, всем пока.